И Украина за совместную с ООН антитеррористическую операцию. С таким предложением в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном выступил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Он заявил, что Киев не возражает против того, чтобы провести совместную антитеррористическую операцию с миротворческими силами ООН на востоке Украины. При этом Турчинов подчеркнул, что ситуация, в частности, в Донецкой и Луганской областях полностью повторяет тот сценарий, который разыгрывался Российской Федерацией в Крыму.